Народ для разврата собрался. О, Господи, Боже мой. Прямо девочки с персиками. Петровна пришла ко мне, говорит, ой, мы с тобой газет сколько не считаем. А ты гляди, вот эти газеты, что бесплатно у ящик почтовый кладут, так я бесплатно и выкидываю. А тут газету нашла на скамейке, кто оставил. Ой, чего пишут? Сплошь про досуг. Досуг Маша. Досуг Ксюша. Досуг сказка Востока. Это что ж выходит, сказку тебе рассказывают, и все ж вы плати. Или пишите, досуг веселые девчонки. Ржут, небось, как дуры, и все. Ой, Петровна, вспомнил нашу-то молодость, какой досуг был. Ой, бег в мешках, шара. С тобой за дело браться. Ты ж, Петровна, лет 10 Снегурочкой была, правда? Лет 20 бабой егой на метле скакала. Я у нее еще и зайчиком-побегайчиком была. О! И на баяне одним пальцем у меня есть чижика-пыжика, правда я? Правда. Ну, вот чем мы с тобой хуже каких малолетних писюх? Все, давай садись. Пиши объявление, я тебе диктовать стал. Пиши. Досуг. Пиши дешево. Пиши профессионалки. Пиши круглосуточно. Все равно у нас с тобой бессонница. Дальше давай списывай, что у других написано. Пиши, русские красавицы, хохотушки, 100% кайфа. Написали объявление, отнесли уже и забыли-то про него. Вдруг звонок, по телефону голос такой, на веселе мужской. Ведь объявление про досуг давали, давали. Сколько стоит? Я говорю, 200 рублей в час. Ой, сколько, сколько? Я говорю, 100. А Петровна, торгуйся. Я говорю, 100 рублей в час, но тогда, чтобы не меньше 5 часов. Ой, хотя я столько не смогу. Разве только с Виагрой? Я Петровне с Виагрой просится. Она нехай идет, четвером веселей будет. Я говорю, можно с Виагрой. Ой, а какая у вас программа? Я говорю, да уж не хуже, чем у других. Начнем с простых игр, с настольных. О, ведь на столе это круто. Что-нибудь экзотическое у вас имеется? Я говорю, Петру, не экзотику требуйте, а наверное сделаем. Он у тебя в вазе павлини перья торчат. Гирлянду на тебе елочную нацепим. Ну, у меня балалайка, тюбетейка. Чем не экзотика? Нарядимся. Я говорю, экзотика будет. Он говорит, понял, диктую адрес. Мы продиктовали адрес. Сидим, ждем. Дверь открыли и свет выключили, чтоб сюрприз был. Через полчаса вваливается, девочки, ау! В комнату зашел, тут Петровна как закричит, елочка, зажгись! И мы свет врубили, мужчин прямо обалдел. Представляете, я в гирлянде елочной растопырилась. Лампочками перьям павлиньим переливаюсь. Петровна в балалайке с тюбетейкой. Там-тарадарам-па.
И мужчина, раздевайтесь, раздевайтесь, быстрее. Он пальто вцепил, за глаза вылупил. А девочки где? Я, что ж мы на юношей похожи? У тебя русские красавицы. Я, что ж мы уродины такие заморские? Он прямо обалдел. Присел на гирлянду. У меня гирлянду закоротило. Я кричу, срывай с меня все. Я вся горю. Петровна ржет, как сумасшедшая. Ой, а мужчина, что он под шумок-то уполз? Потом, когда Петровна, когда в больницу ко мне приходила, говорил, чтобы мы таким поганым мужикам, которые женщину даже обесточить не могут, культурный досуг организовали. Да ни за что. Лучше пойдем к Абдуле на рынок. Из осетинского сыра дорогой импортный делать. Как? Пальцем дырки в нем ковырять. Конечно, зарплата небольшая. И к вечеру пальцы скрюченные. Зато работа спокойная.